Три вуза из Самарской области попали в топ-100 российской части международного рейтинга Webometrics. Исследование опубликовала испанская лаборатория Cybermetrics. Аналитический обзор охватывает более 20 тысяч высших учебных заведений планеты. При ранжировании были использованы такие показатели, как число внешних ссылок на сайт университета, количество проиндексированных страниц и выложенных документов, а также индекс цитирования. При этом не оценивался дизайн портала и эргономика, не учитывалась посещение. 18 место среди российских вузов занял входящий в Союз машиностроителей России Самарский национальный университет имени Королева. В международном рейтинге он на 1747 позиции. Для сравнения, в 2016 году Аэрокос был 24-й по России и 2464-й в мире. 49-ю строчку отечественного списка и 3176-ю мирового занял Самарский политех. Самарский государственный социальный педагогический университет оказался на 82-м месте в России и на 4062-м в мире.